Количество иностранных туристов в Москве бьет рекорды, при этом заграничные гости все чаще обращают внимание на технологии, которые используются в гостиницах. В тренде цифровые консьержи и роботы-уборщики. Наличие современных решений сейчас становится одним из главных факторов при выборе отеля у туристов. Дарья Филиппова уже побывала в самых инновационных гостиницах столицы. Wi-Fi, цифровой консьерж и умные гаджеты. Теперь туристы выбирают отели не по близости к достопримечательностям, а по наличию в них современных технологий. Выяснили в международной аналитической компании. С каждым годом в столице появляется все больше таких мест. Например, в этом отеле гостя не встретят на ресепшене. Чтобы снять номер, сперва необходимо скачать приложение. Все детали о бронировании обсуждаются с менеджером в чате. Добравшись до гостиницы, нужно в смартфоне свайпнуть ползунок, и дверь откроется. Чаще всего гости опасаются, что отсутствие контакта с персоналом скажется на их комфорте. Но на самом деле, после первых 15 минут пребывания в нашем отеле, эти опасения исчезают, и появляется удовольствие от приватности, от отсутствия посторонних шумов. Никаких очередей при регистрации. На входе лишь сканер паспорта. Сначала нужно приложить документы, а потом немного попозировать для камеры с системы распознавания лиц. После этого включится интеллектуальная навигация, которая доведет до номера. Нужная дверь просто подсветится красным или синим цветом. После заселения у постояльца может сложиться ощущение, что отель совсем пустой, но это не так. Наш персонал всегда здесь, и если нашим гостям нужен человек, достаточно написать в чат, и наши люди немедленно появятся. В приложении в одном из разделов есть магазин. Там можно заказать продукты или готовую еду. Принесет покупку невидимый сотрудник. Он тихо оставит заказ в специальном сквозном боксе, который открывается и снаружи, из коридора, и изнутри номера. Система подала звуковой сигнал, и бокс подсветился. Это значит, что десерт уже доставили. Для тех, кто приехал за несколько часов до заселения и хочет, например, прогуляться по городу, есть камера хранения, в которой можно оставить вещи. Она тоже автоматическая, управляется через приложение. А вот за безопасность в гостинице отвечает искусственный интеллект. Система при помощи камер постоянно сканирует обстановку и передает сигналы службе безопасности отеля. В следующей гостинице сотрудники встречают и провожают гостя. Однако для регистрации все же потребуется скачать приложение. С его помощью в номере можно управлять всеми устройствами. Одним нажатием на кнопку включить любую бытовую технику. Вот это настоящий отдых. Через приложение можно включить или выключить свет, вскипятить чайник и даже зашторить окна. Попробуем. Все работает. Приложение даст возможность подключиться к программе лояльности отеля и получить скидки на сервис. Кстати, услуги тоже можно оформить при помощи смартфона. Например, нажать на кнопку в меню и забронировать столик в ресторане или записаться на массаж. С помощью приложения можно не обращаться за этими вопросами к администратору, можно сделать все самостоятельно, лежа на кровати. А в этой гостинице есть даже цифровой персонал. Каждому гостю уделит внимание виртуальный консьерж. Сотрудник с искусственным интеллектом – это чат-бот, разработанный для предоставления круглосуточной поддержки. Пообщаться с ним можно при помощи приложения, нажав на кнопку. Спросил у консьержа, какие услуги мне сейчас доступны в отеле. Отвечает, что могу сходить в спортзал или в спа. Отлично, выбираю второе. Уборку также можно заказать через консьержа. В диалоговом окне нужно указать удобное время, и клининг состоится ровно тогда, когда вы планируете. А еще не нужно искать по всему номеру табличку «Не беспокоить», чтобы повесить ее на дверь. Простое нажатие кнопки в смартфоне решает и эту задачу. А все вопросы с персоналом можно обсудить через чат. Приложение Digital Concierge работает максимально просто. Гость скачивает мобильное приложение и вводит свой код бронирования. И с этого момента он получает доступ к своему номеру, он может даже пообщаться с ресепшн и сделать предзаказ себе в номер еды или каких-то других услуг. Перейти на онлайн-формат отелям помогает искусственный интеллект. Специальная программа связывает системы умного дома с сервером гостиницы. Система также регистрирует обращения от пользователя и направляет исполнителям в отеле, менеджерам, службе доставки или клинингу. Современные паттерны потребления услуг и контента диктуют изменения. В гостинице все должно быть как дома. Помимо предоставления доступа к онлайн-кинотеатрам и видеохостингам, необходимы также и интерактивные функции. Это возможность заказа еды в номер, консьерж-сервис, такси и другие услуги отеля.
На данный момент на рынке достаточно большое количество решений. Среди них «Салют Отель», «Яндекс для отелей» и «Хатеза». Современные технологии не только оптимизируют работу отелей, но и позволяют гостям по-настоящему расслабиться и получить любую услугу, нажав лишь на кнопку в приложении. Дарья Филиппова, Инга Фоменко, Евгений Кучкаров, Динара Карпенко, Антон Захаров, Роман Попов, Москва 24.